Начнем программу с категории «Новости за 30». Это рубрика, в которой вы за 30 секунд узнаете все то, что стоит знать о Кирове сегодня. Все важные сегодняшние новости города Кирова за 30 секунд. Поехали! На труда фонтан! Путепровод – все! Крупа угрожает? Пожарные гуляют. А пенсионерка выезжает. Сбила двух человек и врезалась в машину.